Здравствуйте, вы смотрите новости на Пятом канале. С вами Леонид Юрков. И в начале об основных темах сегодняшнего выпуска. Мы сегодня приняли решение единогласно данный вопрос вынести по регламенту на публикации. 15 апреля публикация. Канские депутаты провели 70-ю внеочередную сессию городского совета, на которой обсудили внесение изменений в устав города и в решение Канского городского совета о корректировке бюджета. Прошедшие 4 дня. Пожарные части реагировали на 47 пожаров, которые произошли за счет палок травы. У канских пожарных наступила горячая пора. Участились случаи возгорания сухой травы, прошлогодней листвы и мусора. Служба МЧС и пожарные работают в усиленном режиме. При администрации города создан экологический совет. Спасибо. 70-летию победы в Великой Отечественной войне посвящается. В Канске стартовала череда торжественных мероприятий, где ветеранам вручают юбилейные медали. Накануне памятные награды получили 13 ветеранов нашего города. И теперь обо всем подробнее. Канские депутаты провели 70-ю внеочередную сессию городского совета. Они обсудили два проекта решения – о внесении изменений в устав города Канска и о внесении изменений в решение Канского городского совета о бюджете города Канска на 2015 год и плановый период 2016-2018 годов. Подробнее расскажет Анастасия Козлова. На внеочередной сессии городского совета народным избранникам предстояло принять важное решение. Будут ли внесены изменения в устав города, согласно которым главу муниципалитета будет выбирать специально созданная комиссия, а не горожане в ходе прямого голосования. Проект решения обсуждался не раз на комиссиях предшествующих сессий, поэтому голосование не затянулось. Депутаты большинством голосов приняли решение о внесении изменений в устав города. Мы сегодня приняли решение единогласно данный вопрос вынести по регламенту на публикации. 15 апреля публикация, затем слушание и затем 15 мая сессия, на которой тщательно будет принято решение, утвердим изменение устав или не утвердим. Обсуждаемый проект решения о внесении изменений в устав города Канска учитывает поправки федерального и краевого законодательства. Предлагаемые федеральным законом изменения предусматривают несколько способов избрания глав, в зависимости от вида муниципального образования. После внесения изменений главу Канска будет выбирать представительный орган из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В комиссию войдут 3 представителя Канского депутатского корпуса и 3 представителя краевой администрации. Стать кандидатом на пост главы города может, в принципе, любой желающий, однако ему придется пройти квалификационную комиссию. По мнению депутатов, новая модель избрания главы на деятельность исполнительной власти существенно не повлияет. Однако поможет укрепить власть и сделать ее более компетентной, а также деятельность ее поможет сделать более прозрачной. На мой взгляд, мое субъективное мнение, это абсолютно правильное, особенно в кризисное время, сегодняшнее экономическое кризисное время, особенно правильное позиция депутатов законодательного собрания, которые приняли этот закон, потому что сегодня от качества управления, от эффективности управленческих компетенций первого лица зависит очень многое. И поэтому, с одной стороны, губернатор Красноярского края берет на себя ну, такую масштабную ответственность за все муниципальные образования в части вот такого подхода. А с другой стороны, я думаю, что это и есть та команда, которая решать должна очень сложные вопросы на любом муниципальном образовании. Известно, что такие города, как Красноярск, Норильск и Ачинск, также идут к данной модели избрания главы муниципалитета. Помимо изменений в устав на внеочередной сессии, депутаты обсудили корректировку бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. Прогнозируемый общий доход в текущем году составит чуть больше 2 миллиардов 237 миллионов 51 тысячи рублей. Однако эта сумма не покроет расходы, дефицит – около 42,5 миллионов рублей. Общие характеристики изменились и в бюджете на плановый период 2016-2017 годов. Анастасия Козлова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», Пятый канал. С 1 июня 2015 года в Красноярском крае 50 тысяч работников бюджетной сферы получат повышение зарплаты. Это связано с необходимостью поднять ее до уровня минимальной оплаты труда. Об этом первый заместитель министра финансов края Ирина Пастухова сообщила на заседании Комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества Законодательного собрания региона.
Напомним, 13 февраля 2015 года в правительстве региона было подписано соглашение, фиксирующее новый размер минимальной заработной платы. Документ вступит в силу с 1 июня 2015 года. С этого момента минимальная заработная плата увеличится на 70% и составит 9544 рубля. В северных территориях края минимальный оклад вырастет больше, чем в 2,5 раза. В связи с этим возрастет количество работников бюджетных организаций края, чья заработная плата ниже минимального размера оплаты труда. С 25 тысяч их число увеличится до 50 тысяч человек. С 1 июня все они будут получать краевые доплаты до уровня минимальной оплаты труда. На эти цели в региональном бюджете заложено 2 миллиарда рублей. И вновь мы поднимаем тему пала травы. Только за прошедшие сутки в городе зафиксировано 12 случаев поджогов сухой травы. Служба МЧС и пожарные работают в усиленном режиме. При администрации Канска создан экологический совет по охране окружающей среды. Сегодня на выезде по горящим объектам со спасателями побывала и наша съемочная группа. Пенсионерка Любовь Ивановна своими силами пытается потушить деревянное ограждение железной дороги за своим домом. Воду в ведро зачерпывает тут же из лужи. Огонь на забор распространился вот от этой тлеющей кучи сухой травы и прошлогодней листвы, которую соседи сгребли и подожгли. А проследить, чтобы огонь не пошел дальше, не захотели и ушли. Ну, я вижу, что тут что-то горит. Я вот только зашла, что тут уже все выгорело, когда это все... Ой, мы каждый год вот так здесь страдаем. В это время к месту прибывают спасатели, чтобы помочь пенсионерке справиться с огнем. И такой случай не единичный. Накануне в первом военном городке из-за пала травы загорелся гаражный кооператив. В итоге гараж одного из автовладельцев выгорел полностью. Также пострадало и личное имущество. Сейчас пострадавший подсчитывает убытки от пожара и вытаскивает сгоревшие вещи. Поджигателей в таких случаях найти очень сложно, но возможно. На территории края, где горят огромные площади сухой травы, по горячим следам задержано всего 4 человека. Прошедшие 4 дня пожарные части реагировали на 47 пожаров, которые произошли за счет пала травы. Ну, пал травы, как обычно, переходит на здание сооружения. Вот, поэтому я обращаюсь к жителям города, да, контролировать, не разжигать костры, тщательно следить за людьми, которые поджигают, и сообщать в соответствующие органы. Мы написали письмо на имя начальника УВД МВД России Канский с просьбой оказывать помощь патрульными службами, ГИБДД, участковыми при пресечении нарушений. Тут же на территории бывшего военного городка огонь только начинает распространяться. Кто-то поджег бытовой мусор, а вокруг сухая трава. Если ее не потушить, то пламя грозит перекинуться на соседние строения. Но техники не хватает. В это время у пожарных более масштабная проблема, где задействованы сразу несколько пожарных машин. Из-за пала травы на одном из деревообрабатывающих предприятий Канска загорелся пиломатериал. Площадь возгорания составляет 350 квадратных метров. Сейчас на предприятии подсчитывают ущербы пожара. По предварительным данным, у составе 350 тысяч рублей. Здесь причиной возгорания также стала сухая трава. Пожарные пытаются уберечь древесину, огонь до которой еще не добрался. Для этого ломают перекрытие деревянного забора. На тушение этого пожара потребуется несколько часов. С ситуацией с травяными палами в Канске потребовал разобраться губернатор края Виктор Толоконский. Такое поручение он дал накануне во время аппаратного совещания. За экологической ситуацией следят и в администрации города. Для этого здесь создан общественный совет по охране окружающей среды, где помимо этой проблемы рассматриваются и другие вопросы, к примеру, борьба с незаконным поджогом продуктов лесопиления. Это тоже наша беда такая концентрированная, да, что все это поджигается. Вот. Однозначно это будем рассматривать. Я считаю, нужно поставить задачу, как работать, скоординировать действия, да, что предложить. Все упирается в то, что деревообработчики и платить за это не хотят, да, и объемы большие, как бы, вот это все. И складывается такое... То, что мы имеем. Экологический совет будет отслеживать деятельность крупных предприятий, отходы и сливы которых влияют на окружающую среду, а также искать пути решения бытовых свалок. Ольга Волокжина, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», Пятый канал. Продукты дешевеют. Об этом сообщает Красноярскстат. Цены на целый ряд продуктов питания снизились в сравнении с зимним периодом. Однако на некоторые все еще растут. Что на канских прилавках стало дешевле, а что дороже, узнавала Татьяна Лисогор.
Цены на продукты хотя и растут, но не так стремительно, как в декабре-январе. Уже на данный период времени тенденция снижения цен коснулась сыра, курицы, сахара, моркови, картошки, помидоров, огурцов и яблок. Среди основных причин снижения цен эксперты называют укрепление курса рубля. Однако с приближением праздника стоимость отдельных продуктов питания увеличивается. В преддверии Пасхи, которую православные жители страны отметят 12 апреля, мы решили узнать стоимость праздничного стола. Как оказалось, в сравнении с прошлым годом стоимость пасхального обеда увеличилась на 10-15%. Об этом свидетельствуют данные в отчете об изменении потребительских цен с 30 марта по 6 апреля. Одно из традиционных пасхальных блюд – кулич. Средние цены на его основные ингредиенты по краю в начале апреля 2015 года составляют: за 1 литр молока – около 50 рублей, за килограмм жирного творога придется отдать почти 300 рублей. Средняя цена сахара чуть больше 60 рублей, муки – 35 рублей. Сливочное масло стоит 390 рублей, а сметана – почти 170. За один десяток яиц в преддверии Пасхи нужно отдать в среднем 62 рубля. Пасхальный стол традиционно богат блюдами русской кухни, в том числе из мяса и рыбы. Так, средняя цена за 1 килограмм бескостной говядины и свинины составляет чуть больше 300 рублей, а курицы и рыбы – в два раза меньше. Из напитков к пасхальному столу принято подавать когор, цена на который колеблется от 100 до 400 рублей за литр. Однако цены на некоторые продукты стабильно снижаются, но жители города этого не замечают. Некоторые цены считают, что они завышены неправомерно, поскольку этот товар как бы изготовляется у нас в Российской Федерации, независимо от введенных санкций. На какие продукты, по-вашему, завышена цена? На яйца, да, завышена. На кефир, на молоко. Потому что я кефир покупаю, дороже цена. Добавим, в январе-феврале по 40 основным продуктам в Красноярском крае наблюдался только рост цен. Но за последние недели марта по 10 группам товаров зафиксировано небольшое стабильное снижение, сообщают в Красноярск-Стати. Так, в марте и в первую неделю апреля зафиксировано снижение цен на мясо курицы и сахар почти на 2%, на сыр твердых сортов на 1%. Что касается по городу Канску, мы вот просматриваем эту информацию, здесь ситуация немножко колеблется. Если смотреть по марту и вот за последнюю неделю апреля, как складывается ситуация. Снижение произошло по марту на 5% морковь, огурцы на 17%, помидоры свежие на 9%, картофель на 2%. Но резко подорожала в марте капуста на 25% и свекла на 13%. Однако по мере того, как цены вернутся к привычному для потребителей уровню, сезонные тенденции опять начнут определять их изменения. Перед майскими праздниками традиционно несколько увеличатся цены на большинство продуктов питания. Однако, если вы заметите неправомерное повышение цены, можете обращаться по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. Татьяна Лисогор, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», Пятый канал. Далее о происшествиях на дорогах Канска. Неутешительную статистику приводит госавтоинспекция. Ежегодно с наступлением весенне-летнего сезона отмечается рост детского дорожно-транспортного травматизма. Что становится причиной роста числа происшествий с участием детей и подростков, расскажет Ольга Величко. Только с начала этого года в Канске и Канском районе зарегистрировано 8 дорожных происшествий с участием несовершеннолетних. 9 детей получили ранения и один ребенок погиб. Ситуация обостряется с наступлением тепла. Ребята больше времени проводят на улице, а на дорогах становится больше транспорта. И только за последние 7 дней в 3 ДТП пострадали 5 детей. Причины из года в год не меняются. Это и нарушение правил самими юными участниками дорожного движения, и грубые нарушения со стороны автомобилистов. Основные причины происшествий здесь — это в 3 случаях дети нарушили правила дорожного движения, и в остальных случаях водители допустили грубые нарушения правил дорожного движения. В 2 случаях — не представление преимущества в движении детям на пешеходных переходах. В 1 случае водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения. В 1 случае водитель управлял транспортным средством, не имея права управления. 7 апреля утром около 10 часов 40 минут на улице Каландарашвили напротив школы номер 7 прямо на пешеходном переходе сбили 11-летнего ребенка. Школьник получил травмы, а водитель, по чьей вине пострадал маленький пешеход, с места происшествия скрылся. Сотрудники госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения, которые были очевидцами данного происшествия, с просьбой обратиться в госавтоинспекцию по телефону 2-16-72, либо позвонить по телефону 02, либо прибыть и обратиться к дежурному госавтоинспекции по улице Николая Буды, 56.
Сотрудники госавтоинспекции обращаются ко всем взрослым и особенно к родителям. Необходимо усилить контроль за детьми во время их прогулок. Еще раз напомнить правила поведения на городских улицах и вблизи проезжей части. Не допускать ни в коем случае управления детьми по улицам мототранспортными средствами, в которые входят не только мотоциклы, а в том числе и скутеры, и мопеды, на управление которыми теперь необходимо иметь соответствующее право управления, для которого необходимо пройти обучение. Соответственно, смотреть, чтобы дети до 14 лет не выезжали на проезжую часть на велосипедах. Только мерами, принятыми, соответственно, родителями, при помощи госавтоинспекции, при помощи органов образования, можно предупредить транспортное происшествие с участием детей. В пятницу гостем студии программы «Итоги недели» станет Александр Туровский, начальник Государственной инспекции безопасности дорожного движения в городе Канске. Речь пойдет именно о детском дорожно-транспортном травматизме, его причинах и последствиях, а также о способах избежать трагедий на дорогах. Ольга Величко, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», Пятый канал. Сегодня сразу после выпуска новостей в эфир выйдет очередной выпуск передачи «Программа безопасности». 10 минут актуальной информации о событиях, вошедших в сводки полиции, ГИБДД и других силовых структур. Можно ли среди интернет-объявлений распознать те, за которыми скрываются мошенники? Как уберечь автомобиль от преступных посягательств? Ответы на эти и другие вопросы ждут вас в программе безопасности в среду в 20:00. Партнер программы «Такси-бригада». Смотрите выпуски новостей после короткой рекламы. Как прошла церемония вручения медалей ветеранам к 70-летию победы в Канском кадетском корпусе? Кто исполнил первую мечту ветерана и как принять участие в этой благотворительной акции? О результатах соревнований по биатлону, которые прошли в начале апреля в Красноярске, а также подробный прогноз погоды на четверг. Не переключайтесь. Такси «Апельсин» захватит этот год. Домашний уют у каждого свой. Создавать его всегда легко и приятно с компанией «Евродекор». Подарите своему дому неповторимость и комфорт. Вместе с нами «Евродекор». Тепло и уют в вашем доме. Настройтесь и вы. Отличные песни. Одна за другой. Радио 7 на семи холмах. Радио 7. Канск, 105.3 FM. При первых каплях дождя или хлопьях снега даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул, чтобы понять... Сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Снижайте скорость. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. Завершился прием работ на конкурс «Пасхальный подарок», организованный газетой «Пятый канал» по благословению епископа Канского и Богучанского филарета. За 3 недели жители города и района представили на конкурс более 120 изготовленных своими руками пасхальных яиц, цыплят, куличей и рисунков. Зрители делали и приносили в редакцию сувениры как индивидуально, так и целыми коллективами. Так, большую коллекцию работ на конкурс «Пасхальный подарок» представили педагоги и воспитанники Канской общеобразовательной школы, детских садов номер 18 и 34. Уже в четверг, 9 апреля, организаторы конкурса выберут лучшие работы, а в пятницу, предшествующую празднику Светлой Пасхи, пройдет церемония награждения. Победители ждут ценные призы от редакции и партнеров проекта «Пасхальный подарок». О результатах конкурса мы расскажем в итоговом выпуске новостей. 70-летию победы в Великой Отечественной войне посвящается. В Канске стартовала череда торжественных мероприятий, где ветеранам вручают юбилейные медали. Памятные награды получат более 1000 живущих в Канске участников боевых действий на фронтах Великой Отечественной, тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Тему продолжит Наталья Никонова. С каждым годом, с каждым месяцем все меньше остается их. Непосредственных участников боевых действий на фронтах Великой Отечественной. Тех, кого современное поколение может поблагодарить за бессмертный подвиг во имя мира на всей планете.
Высказать свою признательность ветеранам накануне смогли курсанты кадетского корпуса, где прошло торжественное вручение медалей «70 лет победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов». 13 ветеранов из рук главы Канска Надежды Качан и председателя Совета депутатов Андрея Береснева получили юбилейные награды и сразу назвали их одними из самых важных. У меня 3 самых дорогих награды. Угу. Это орден Отечественной войны, медаль за оборону Сталинграда. И вот сегодня медаль в честь 70-летия победы. За меня эти 3 награды очень дорогие. Чем именно они для вас очень дороги? Ну, прежде всего, памятные. Это 70-летие. А Сталинградская, ну, там много помнится тяжелого. Не только юбилейные медали и подарки останутся в памяти участников мероприятия после прошедшей встречи. Не менее ценными стали для них слова признательности за победу и обещание продолжить дело ветеранов в случае необходимости. Вы прошли полсвета, а я вас заверяю, что если надо, мы это повторим. Я тряхну стариной, вот этих пацанов возьмем, и мы и через океан переплывем. Мы никому не грозим, но и никому не дадим в обиду свою родную землю. Награды, учрежденные указом президента в 2013 году, вручают участникам боевых действий на фронтах Великой Отечественной, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и иностранцам, сражавшимся в составе Красной Армии. Уже более 300 ветеранов Канска юбилейные медали получили. Тех, кто в силу возраста и состояния здоровья не может посещать такие вот встречи, специалисты администрации и управления соцзащиты навещают дома. Ну а ветеранов, которые до сих пор ведут активный образ жизни, ждут в гости в 18 школах. Торжественное мероприятие, по традиции, завершаются чаепитием, где герои праздника делятся воспоминаниями, общаются с молодежью, поют песни и благодарят всех, кто свято чтит историю своей родины. Спасибо от всех присутствующих и администрации, и соцзащите, еще раз повторюсь, и пенсионному, и всем кадетам. Спасибо за память. Наталья Никонова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Первая мечта ветерана исполнена. В рамках благотворительной акции первой со своей мечтой обратилась Нина Борисовна Валентинова, участница Великой Отечественной войны. На просьбу Нины Борисовны откликнулся магазин «Парнас». Ветерану подарили предмет бытовой техники для кухни. Акция, организованная администрацией города, продолжается. И обратиться со своей мечтой могут участники инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда. Для участия в акции необходимо обратиться в администрацию по телефону 326-50. Новости спорта. Со 2 по 5 апреля на биатлонном комплексе «Саланга» проходило первенство Красноярского края по биатлону. В соревнованиях приняли участие около 50 человек из 4 территорий края, в том числе и канские биатлонисты. В первый день соревнований среди юношей 2000-2001 годов рождения в индивидуальной гонке на 4 километра 800 метров с 3 огневыми рубежами серебряным призером стал Никита Федчиков. Во второй день соревнований проходили масс-старты на дистанции 3 километра 600 метров с 3 огневыми рубежами. Никита Федчиков также завоевал серебро. Тренируется спортсмен под руководством Сергея Ивашкина. Евгений Елисеев с подробным прогнозом погоды на четверг завершит выпуск. Я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 235-65. А узнавать о происходящем не только в городе, но также в крае и стране можно на нашем сайте www.5kanal.info. Не забывайте заходить на нашу страничку ВКонтакте. С вами был Леонид Турков. Всего вам доброго и до свидания. Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды на 5 канале. И вначале немного полезной информации. На 9 апреля у православных выпадает Великий Чистый Четверг. И интересно, что в этот день, в 1989 году, американец Дуглас Энгельбарт получил Нобелевскую премию за создание компьютерной мыши. Торговая сеть «Возле дома» и магазины «Булочная» поздравляют вас с наступающей пасхальной неделей. Наши изделия и аппетитные идеи сделают особенным самый светлый праздник. Вкус!
вкусная традиция готовить к пасхальной неделе ароматную, красивую выпечку. Пышные куличи, вкуснейшие кексы, торты и пирожные, расписные пряники, печенье ручной работы и воздушные капельки безе. Пасхальная выпечка во всех павильонах торговой сети возле дома и в магазинах «Булочная» на 40 лет Октября 52 и Эйдемана 22. 9 апреля утром солнечно, днем пасмурно, а вечером возможен дождь. Ветер западной силы до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Температура ночью минус 1, минус 4. Днем плюс 5, плюс 9. Желаю вам хорошего весеннего настроения. С вами был Евгений Елисеев. До новых встреч!